Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение GTA Vice City. Так, какой же транспорт нам сегодня? По названию я пока не знаю, какая у нас будет миссия, поэтому уже, в принципе, первый... Постой! Мужчина! Мужчина, остановитесь! Я устал бежать. Подожди, я хочу именно вот эту машину догнать. Мужчина, постойте! Постойте! Какой-то бомж, как я прям... Ты бомж на меня похож! Я догоню тебя! Догоню тебя! Красный свет! Светофор! Ха! Сюда, не? Спасибо за автомобиль! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чувак стартанул как ракета. Нет, два раза. Да, три раза. Все. Отключаем радио, чтобы радио нас не беспокоило. Так, и ищем с вами где-то тут. О, КПшка. Скоро мы к ней, в принципе, приступим. Так, давай, мужчина. Инвалиды, всякие какие-то инвалиды. Это доходяги тут всякие ходят. Что тут? Вот что нам нужно. Еще очередной бизнес. Стой. Так. Просто я не знаю, мотоцикл нам пригодится сейчас. Он, кстати, забыл, что я у него отобрал мотоцикл. Такой, ну ладно, чувак, мне он, в принципе, никогда не нравился. Этот мопед. Так, пропускаем. И покупаем таксишку. Как эта таксишка называется? Кауфман Габа или Каба? Да, купить. Таксишка Капмана. Вероятно, ты новый владелец. Ты что, синдикат? Картель? А не выглядишь мексиканцем? Как бы там ни было, я думаю, тебе лучше уладить скандал. Дела здесь поменяются. Можешь припугнуть одного из водил. Или прямо на Теда вон там, ему только что удалили грыжу. Итак, дела здесь поменяются, леди. О, глупости, сынок. Можешь положиться на меня. Я занимаюсь этим издавна. Минутку внимания. У нас теперь новое руководство. И дела здесь поменяются опять. Чья вы банда? Да я вообще-то не из банды. Ради всего святого, детка, и как же тебя зовут? Версети. Томми Версети. Наше новое руководство, банда Версети, позаботится о наших проблемах. Капиши? Вон! Тебе нравится Капиши? Мне Капиши. Нравится Капиши. Вот так это срабатывало в прошлом. Как обычно, мы управляем фирмой. И если у нас будут проблемы из-за соперников, то ты выбьешь из них дурь. Когда они выбьют дурь из нас, тогда ты выбьешь из них дурь. И т.д. и т.п. Понял? А, да, кажется. Ну и прекрасно. Ладно, выгоняй тачку из гаража. Хорошо, хорошо. Какая? Леди, посмотрите-ка. Компания такси Хоффмана Кублена за 40 тысяч долларов. Кошмар. Надеюсь, она нам 5 раз, 10 раз больше принесет. Давайте сразу сохранимся, если что. У нас запорим сейчас миссию. В принципе, загрузимся оттуда. Э, кто стреляет? Так, мотоцикл, кстати, тут стоит. Ляты-ляты. Стой. Там же красный горел. Паршивец такой. Так, а где у нас миссии? А миссии именно садиться нужно. Хорошо, у нас есть первоклассная плата за провоз с острова Старфиш. Есть желающие? Вот, Томми, я это беру. Так, понял вас, дяденьки, тетеньки. Взять VIP-клиента нам нужно, хорошо. Эх, полбык. Что это было? Что вы мне не даете проехать все, хулиганы? А ну-ка дайте мне все проехать. Так, наверное, по встречке поедем, так быстрее будет. Тихо. Тихо. 20 секунд. Успеваем даже повернуться, ребят. Так,
Посмотрите, хулиган какой-то подъехал. Задница. Блин! Да что ж, какое тут управление на такси? Так, мужчина. Где ты меня? Откуда будешь перегонять? Так, садитесь. Хорошо, только не обзывайся. Садись. Только давай не загорись у меня. Так, а мне надо... Ага. Мне в другую сторону нужно. Он меня преследует же, да, это бандит. Хулиганы, отстаньте от меня. Угу, бэкси. Звездочка у нас тоже пропала. Звездочка появилась. Я кого-то там задавил. Да, блин. Так. Он прям за мной едет, смотрите. Я взорвусь сейчас, нет? Задание выполнено. Ух, ребят, с вами был Like of Game, и вот такое увлекательная миссия. Пропадай давай. Ух, не болейте, не чихайте. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Прожимайте лайки, и завтра новый видос. Давайте, всем пока.